9 июля глава Одинцовского округа Андрей Иванов с рабочим визитом посетил Звенигород. В рамках мероприятия прошел велообъезд проблемных территорий города. Больше всего обращений было от жителей микрорайона «Восточный». По итогам инспекции был составлен протокол поручений руководителя муниципалитета. Какие вопросы удалось решить за это время, итог подвели профильные заместители и руководитель территориального управления. В администрации состоялся стройчас. Такие встречи проходят регулярно. После вхождения Звенигорода в состав Одинцовского городского округа перед местной властью стала задача по достройке проблемных объектов и проведению масштабного благоустройства. Первое поручение главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова – создание сквозной дорожной карты, охватывающей все проблемы Восточного и позволяющей системно подойти к их решению. Какие-то мелкие недочеты в благоустройстве можно исправить в относительно короткие сроки. Остальное требует комплексных подходов и новых проектных решений. С нашими архитектурой.